Русастани Пашпанучан Нахарад Тахрахарчак. Министр обороны России, печально известный подонок Шойгу, был вынужден сегодня по телевидению отдать приказ войскам отступить, потому что они терпят позорное поражение. Падение Херсона положит начало крушению империи зла, после чего последует деоккупация Республики Армения и возрождение Первой Республики. Нравится, не нравится! Нравится, не нравится! Империя развалится! Считанные недели спустя Первая Республика возродится. Yeah.